Пожарные рукава развернуты, техника в полной готовности. Но спасают сотрудники МЧС на этот раз не от огня или стихийных бедствий, а от скуки. Для ивановских школьников они организовали большой спортивный праздник. Цель акции – не только привить ребятам любовь к здоровому образу жизни, но и приучить их соблюдать технику безопасности, чтобы никогда не встретиться с пожарными при других, менее приятных обстоятельствах. Дети узнают, приобщаются к пожарному делу, а также мы напоминаем им о соблюдении обязательных требований пожарной безопасности. В рамках проведения данного мероприятия игровая форма доведения информации по соблюдению требований пожарной безопасности детям лучше усваивается, чем либо это было в какой-либо форме лекции. Работа пожарных может быть не только интересной и героической, но и веселой. Тематические конкурсы тому подтверждение. Перетягивание пожарного рукава. Здесь все зависит не от силы каждого участника, а от слаженных действий всей команды. Так и спасатели на месте ЧС работают как единое целое. Пока одни соревнуются, другим выпал шанс побывать в шкуре пожарного, а точнее в его экипировке. Поезд спасательный с карабином. Это для самоспасения с высоты. И спасение людей с высоты. Каска. Ну, для защиты головы. Как ощущение? Не очень комфортное ощущение. Как будто в акваланге каком-то. Или с парашютом прыгаю. Не часто можно так близко в деталях рассмотреть пожарную машину. Обычно она спешит на вызов, но на этот раз ребятам открыли все секреты спасательного авто и даже разрешили зайти внутрь. Но для полного погружения в пожарное дело конкурс на меткость. Конусы нужно сбить потоком воды. Оказалось, это не так просто, но эмоции от дня со спасателями у школьников остались только положительные. Больше мне понравилось стрелять водой, потому что это было очень весело. А больше не ожидала то, что они в противогазах так и ходят. Да может, ну там, в крайних случаях только. Не только впечатления, но и знания останутся у ребят на память от этого праздника. Я теперь знаю то, что нельзя зажигать спички в неположенном месте и оставлять их где-нибудь костер. А если ты видишь пожар, куда звонить? 01. Три в одном. Интересно, познавательно и полезно. Нельзя не согласиться. Спорт и свежий воздух – лучшая альтернатива интернету. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.